выселковую сторону Баляева образовался внушительный транспортный затор. Причина столкновения двух автомобилей – Toyota Corona Premium и Suzuki Escuda. Неучетка. Авария случилась днем. Банальные догоняшки. Два автомобиля, Toyota Corona Premium и Suzuki Escuda, двигались с Выселковой в сторону Баляева, шли в плотном потоке машин. На Рудневском мосту Escuda притормозил, а Premium не успел остановиться. Водитель Toyota, конечно, попытался избежать столкновения, но, увы, не смог. В итоге седан въехал в заднюю часть внедорожника. Все остановились, пробка была, мы остановились. Он не соблюдал дистанцию, видимо, или заговорился, без понятия, и въехал. У вас по характеру повреждений, насколько все критично, как считаете? Ну, я не знаю. Первый раз попали? Невнимательно все. Ну, понятно, но с какой скоростью двигались? Пробка да, была здесь? Пробка была, вот просто резко тормознул спереди автомобиль, я вот не среагировал, вот у меня все. А он почему резко затормозил? Ну, спереди уже затормозил. Вот. А вы, я смотрю, все-таки попытались уйти, да? Ну, пытался, конечно. А в результате ДТП машины получили не столь критичные повреждения. По словам аварийного специалиста, водители могли бы спокойно оформить аварию по европротоколу, но хозяин Escuda отказался от предложенной услуги, потому что побоялся. Пообщавшись с оппонентом, выяснил, у него что-то неладно со страховкой. То ли она у него просрочена, то ли вообще отсутствует. Хозяин внедорожника позвонил в городскую ГИБДД. Водители подбитых транспортных средств ожидают прибытия наряда ДПС, заставляя других автомобилистов стоять в многокилометровой пробке.